Смотрите, последнее время у нас в банке, те, кто находится в Мерсине, наверное, уже это заметили, что у нас в банках сейчас с иностранцев не берут валюту. То есть ты приехал с валютой, у тебя есть счет в банке, который ты уже до этого открывал, и тебе нужно положить свою валюту на счет, чтобы конвертировать ее в лиры и пользоваться им. Сейчас это невозможно. Весь апрель месяц это было невозможно сделать. Мы ездили со своими покупателями в несколько банков, дабы положить им на счет валюту. Но везде нас разворачивали, нам говорили, что система не работает. Оказывается, система очень даже работает, просто они берут валюту и вкладывают, кладут на счет туркам, но не иностранцам. Почему это так делается, сказать ничего не могу, но хочу отметить, что вчера у меня получилось это сделать. И для тех, кто здесь и хочет положить деньги на себе на счет турецкий, езжайте в Зират банк, который находится в Мезитле напротив Вайкики. Вчера я поехала туда, хотя я счет открывала не в этом филиале, я открывала в Эрдемли. Но вчера пошла, отсидела очередь, и мне без проблем положили на счет. Но сказали, что валюту мне не выдадут там. За валютой нужно идти туда, где я ее открывала. Турецкая система банков. Но так как мне валюта не нужна была, мне надо было наоборот положить. В Мезитли банке мне его положили без проблем. Так что имейте в виду. И, кстати, мне сказали, что эта мера только до конца апреля месяца. С мая месяца, типа, система заработает. Так что с мая месяца, скорее всего, уже можно будет положить валюту себе на счет. Но если кому-то срочно приехали отдохнуть или обустроить свою квартиру, можете ехать в Мезитли.